Срок общественного обсуждения генерального плана Тобольска по предложению главы города Максима Афанасьева продлен до 23 декабря. Все желающие могут ознакомиться с проектом изменений и внести свои предложения в основополагающий документ. Его экспозиции организованы в Департаменте градостроительства и землепользования, в администрации города, а также в домах культуры «Водник» и «Речник». К формированию генплана приступили специалисты Института ГРАД. К диалогу подключены представители бизнеса, депутаты Тобольской городской думы. В новом генеральном плане достаточно много территорий зарезервировано под различные общественные места, на которых можно будет строить там детские площадки, строить какие-то объекты культурного отдыха. В целом город наш, я думаю, будет развиваться, и этот документ, на основании которого как раз Тобольск может смело смотреть в будущее. Генплан определит вектор развития Тобольска до 2040 года. Его главная цель – сделать город комфортным для тобольчан и привлекательным для туристов.